Музыканты против войны. Под таким девизом собрались артисты на творческом вечере в культурно-досуговом центре «Молодежный». Обратить внимание подрастающего поколения на происходящее в мире и объединить людей вне зависимости от возраста, положения в обществе, национальности и вероисповедания посредством музыки. Такова цель благотворительной акции. Вот эта акция «Музыканты против войны», я возвращаюсь к тому, это, наверное, есть цепочка того одного целого, что мы не хотим. Мы не хотим больше, чтобы это повторялось. И мы видим, что есть эти очаги. Кому-то это выгодно, кому-то это нужно. Мы против. В этот вечер звучали сочинения разных поколений, созданные в разное время. Исполнялись авторские произведения. Программу концерта открыла ведущая Любовь Терещенко вместе с детским вокальным ансамблем «Капельки солнца». Они дружно исполнили песню, которая является частью нашего культурного кода «Солнечный круг». На уличной сцене выступали гитарист Дмитрий Арделин, саксофонист Александр Солтовец, Сергей Фомин с группой «Небесный проект». Профессиональные артисты Светлана Синюкова и Светлана Томилина внесли лирические нотки в атмосферу концерта. Исполнение молодежной группы «Трудный возраст» авторских песен, полных света и добра, не оставило зрителей равнодушными и внесло в программу концерта дыхание молодости и драйва. Прекрасное мероприятие, уже на нем второй раз. Спасибо, что пригласили еще раз. Прекрасные зрители всегда собираются, те, кто неравнодушны к этой тематике. Всегда останется актуальной тема войны. И всегда люди будут это слушать, потому что это действительно нужно для нас. «Музыканты против войны» в качестве социально значимого проекта стали в этом году участниками регионального конкурса на премию губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Активное Подмосковье». То грешу, в маске то добра, то зла. Верю я и тем дышу, рано бить колокола. Музыка способна сильнейшим образом влиять на эмоциональное состояние человека. С помощью нее можно донести до сердец зрителей и слушателей важность сохранения незыблемых традиций любви к своей малой родине, семье, дому и миру на всей планете Земля. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».